Ночное животное. Всем привет, с вами как всегда я, Дезертир, и мы начинаем прохождение Hotline Miami 2. Собственно, оно будет проходить примерно так же, как и первое, так что я думаю, вам должно понравиться. Берем, смотрим, что у нас здесь есть. Так, здесь тоже ничего, молоточек. Управление чуть-чуть отличается от первой части, кстати, но в целом мне нравится. Ну иди сюда, не. Там звонил телефон. Возьмите дробовик. А где я его возьму-то? Я не вижу там дробовика. Ой, девушку ударили. Эй, чувак! Хорош! Снято! Отлично снято! Хорошо, народ! Да снимем завтра, поэтому оставайтесь в роли! В четверг снимаем сцену, где ты несешь ее в свою машину. Теперь вы двое. Свинтус, неплохо, но не бойся быть грубее. Ты же убиваешь людей, сделай вид, что ты действительно бьешь их. А тебе, блондиночка, нужно поработать над женственностью. Веди себя более беззащитно и испуганно, но знаешь, включи девочку. Теперь идите домой, отдохните, жду вас обоих завтра, хорошо? Акт первый. Толкование. 31 октября, 23:47. Чувак, это вечеринка, отстой. Я, ненавижу этих людей. Кто пригласил всех этих идиотов? Ребята, что думаете насчет вечера? Мы сделаем это? Почему бы и нет, я устал от этого дерьма. Да, сделаем это. Оружие в машине. Значит, мы действительно сделаем это? Да, идем и сделаем это. Так. Насколько я понял, в новой игре нам представляются несколько разных героев. Так, нам сюда. Окей, это... Нет, вроде это не наша машина, это просто разбитая коповская тачка. Хорошо, ищем нашу тачку. Ага, вот она. Да залезай ты. Сцена первая. Кверху дном. Итак, как обычно, мы выбираем маску. Ой. Неожиданно. Прям так сразу. То есть у нас нет оружия, но они при этом спокойно нам его не дают. Но могут нас застрелить. Ладно, да, убиваем так аккуратненько. Вроде получилось. Минус ты. Так, минус ты, ты. Добиваем. Так. О, достиженница. Теперь вверх. Раз. Слушайте, как хорошо они реагируют на выстрелы-то. Че, а вот тут чувак не слышит за стенками? Даже вот этот услышал. Так, теперь надо его снять. Ой, снизу. Отлично. Так, 6 патронов в дробаше. Сейчас вот этого минуснем. И вот этого добить надо. Давай снизу это сделаем. Отлично. Левел зачищен. Так, кстати, вот интересно, здесь есть что-нибудь, как в первой части, надо искать... Ну, я, честно говоря, что-то как-то не вижу. Вроде нигде ничего нет. Тут ничего нельзя взять? Нет, нельзя. Окей. Так. Ну, все тогда, наверное. Ладно. Во, кстати, слушайте, здесь цепи есть даже. Прикольно. Так. О, пиццерия, знакомое нам место. Какие чуваки с оружием. Хм. Поздравляем с Хэллоуином, сэр! Вы заказывали 3 пиццы, верно? С вас 14.50. Ваши пиццы на прилавке слева от вас. Приятного аппетита и остерегайтесь привидений. Пока!
Окей. На этот раз пиццы на халяву нам никто не дает. 25 октября, 19:41. О, ручки помыли. Так, по-моему, кстати, это другой персонаж. Как обычно, выглядел спокойным на сегодняшнем слушании, храня молчание. Тем временем протесты за стенами суда продолжались. Уже уходишь? Выглядишь неважно. Ты в порядке? Тяжелый день. Ты не поверишь, что они заставили меня сделать. Мне лучше пойти домой и хорошо поспать. Ладно, спокойной ночи. Тебе тоже, милашка. Окей, домой так домой. Сцена вторая. Убийство. Так, давайте осмотримся, что мы здесь можем сделать. О, банкомат... Эй, тихо, лежи. Минус твое горло. Так, теперь ты и ты. Да ё-моё. Так, давай так, сначала тебя. Пистолетик. Минус, сейчас сбегутся. Ну, конечно, так и знал. Раз, два. Успел. Так. Так, надо аккуратно минусить остальных. Например, тебя. Отлично. И тебя. Тоже хорошо. Так, да не застревай ты. Я думал, через эту хрень можно пройти. Так, с дробашом убьем вот этого. Готово, этаж зачищен. Так, в лифт. Минус. Ой, ой, ой. Как у вас понабежало-то. И вы трое. Отлично. Еще два. Ой, чуть не убили, блин. Ладно, идем дальше. Так, раз, два, еще двое осталось, да? Четыре патрона, но я думаю, хватит. Отлично, действительно хватило. Так, мне все-таки такое ощущение, что, блин, что-нибудь надо искать, наверное. Как в первой части, нет? Буквы никаких, ничего нигде нельзя взять. Здесь нельзя ничего сделать, нет? Тут нельзя. Окей. Даже обидно как-то. Ну ладно. Пойдем дальше. Идите в машину. Воу! Бросай оружие и ложись на землю, сейчас же! Не стреляйте, я детектив. Вот мой значок. Извините, сэр, опустите оружие, парни. Что тут произошло? Мы слышали выстрелы. Да, идите и взгляните сами. Это кровавая бойня. Чувак, порой я ненавижу этот город. Нормуль вообще, блин, коп, который оправдывается, типа что, а, ну, там я пришел, а уже все мертвы. Вообще зашибись просто. Такой, знаете, коп самоуправство делает. О, штанга. Прикольно, зелененькая штанга. Здесь ничего нельзя, не? Тут судмедэксперт. Окей. Еще одно убийство. Да, кажется, у тебя завелся серийный убийца, Пардо. Тот же почерк, что с парнем, найденным на прошлой неделе. Послание и прочее. Я не виновен, меня заставили. Да конечно, первый раз такое слышу. Этот парень, наверное, какой-то психопат, да? У меня мороз по коже. Однако журналисты звуют от радости, зуб даю, чертовы стервятники. В городе столько убийств происходит, сомневаюсь, что они даже заметят. Им нужны бочки крови, чтобы они хотя бы пальцем пошевелили. А тут все уж слишком стандартно, без кровавых подробностей. Боже, в этом городе поневоле станешь бесчувственным. Я родился бесчувственным. Ну что, есть какие-нибудь улики? Да, в общем, нет. Ему перерезали горло, а оружие убийства пока не обнаружено. Никаких отпечатков пальцев, свидетелей, ничего. Я сообщу, если что-нибудь найдем. Договорились. Я отправлюсь в участок, начну оформлять бумаги. Отлично. Приятного вечера, сэр. Ну, это мы посмотрим. Так,
Ладно, надо отсюда убираться. Не сюда. Сюда. Еще раз. Отлично. На выход. Здесь интересно. А сейчас почему багажник не открывается? «25 апреля 2018. Побрили голову. Отлично. Так, что-то какие-то бумаги, только почему-то я их прочитать не могу. Добрый день, это Эрик из компании Авторемонт Майами. Я звоню сообщить, что мы закончили обслуживание. Алло, кто это? Дай мне поговорить с твоим начальником. Заскочи на 12-е авеню и забери... Эй, я тут разговариваю! Мы гарантируем вам лучший сервис в городе. Не смей вешать трубку, черт тебя дери! Что, блядь, за неуважение? Я ни хрена не понял, но сейчас, видимо, пойду расследовать, что за хрень здесь происходит. Поехали. Сцена третья. Важные новости. Ух ты, Джейк. Итак, заходим в здание, берем бутылку и думаем, как же мы будем всех мочить в сортире. Кстати, о сортирах. Да не, вроде ничего. Так, о, два. Отлично. Кто еще? Ну, слушай, сильный парень держит дробаш в одной руке. Не, ну в смысле удержать дробаш-то в одной руке не сложно, а вот удержать его за цевьё. Так. Надо сменить. Минус. Минус. Так, надо попробовать верхнего снять. Мимо. Мимо. Ну окей, подожду, пока он сюда подойдет. Готово. Так, теперь дальше. Попробуем вон того снять. Последним патроном. Так. Кто следующий? Ну, ребята. Минус. Вроде там больше никого не осталось. Так, ну давайте проверим. Нет, там двое есть, надо попробовать их снять. Сначала тебя, а теперь как-нибудь тебя. Отлично. Теперь эти двое. Так, этого когда открою? Отлично. Еще одна винтовка, точнее калаш. По-моему, просто лень пользоваться второй рукой. Ладно. Идем вниз. И на выход. Нет, оказывается, мы переместились на следующий этаж. Фига он его винтовкой вырубил. Так, есть там кто? Есть? Нету? Ну нет, ведь сюда нет. Раз, раз, раз. Всех порублю. Так. Попробуем вырубить. Раз. Два. Теперь следующие, ребята. Бам. Ух ты ж, кулер разбил. Слушайте, ребят, здесь больше интересных вещей можно делать. Кое-как выжил. Теперь далее. Кто у нас следующий? Будешь ты. Блин, он их просто вырубает винтовками. Так, здесь двое. Не слышат они, да? Значит, надо подойти, видимо, поближе. Думаю, это достаточно близко. Ой. На. И ты тоже. Так, теперь ты будешь... Ой, там чувак даже руки поднял, опустил. Сдохни. Отлично. О, мы взяли кейс сразу. Так, и уходим отсюда. Все. Готово. Так, багажник опять не открылся. Куда это мы приехали? Здравствуйте, добро пожаловать. Чем могу вам помочь? Хочу сделать тату. А, хорошо, что-то определенное?
Хочу флаг конфедератов прямо здесь, на плече. Ладно, дайте глянуть. Хорошо, подходите в следующую пятницу в 2 часа, окей? Пятницу? То есть как, ты не можешь сделать это сейчас? Мне нужно сегодня, сегодня особенный день. У меня праздник. Извини, босс, но не могу тебе помочь, у нас все расписано на несколько дней. Да ну, что за сервис у тебя тут такой? Ты только что потерял клиента, русская свинья. Как скажешь, босс. Я хотел бы представить следующего гостя нашего шоу. Прославившийся участием в таких блокбастерах, как «Синий океан», «Спокойствие» и «Страна деревьев», приветствуем Мартин Браун! Привет, Мартин, как ты? Хорошо. Твой последний фильм чем-то стал для тебя шагом в новом направлении. Многие этим удивлены, кое-кто даже обвиняет тебя в продажности. Что ты можешь ответить на это? Продажности? Что вы имеете в виду? Ну, люди говорят, что «Полуночное животное» — это просто еще один слэшер. Я не соглашусь. Я хотел сделать это очень давно. Убивать детей, душить их, ломать людям черепа, вырывать им глаза. Слушать, как они кричат, смотреть, как они умирают в агонии. Я наконец-то могу делать это. Хорошо. Не смотри на меня так. Что? Я понял, это сон, верно? Что вы имеете в виду? Это все, это просто сон, правда? Я не понимаю. Ладно, пауза. Ты думаешь, это сон? Ну тогда может быть время проснуться? Кто ты? Кто я? Я не тот, у кого берут интервью, верно? Думаю, это я должен задавать вопросы. Это кино, которое ты снимаешь. Ты знаешь его концовку? Мне кажется, в конце сюжет делает довольно резкий поворот. Сомневаюсь, что он тебе понравится. Вообще-то, думаю, он никому не понравится. Может быть, тебе стоит уйти, пока еще не слишком поздно? Я так не думаю. Тебе действительно нравится причинять людям боль, не так ли? Это просто фильм. Просто фильм? Это лишь одна из точек зрения. О, телефон звонит. Надо поднять. Твою мать, копы. Кажется, прибыла полиция. Видимо, девушка донесла на тебя. Лучше иди с ними добровольно. Они отведут тебя к ней. Это то, чего ты хочешь, верно? Ну что ж, выбора-то у нас, собственно, особого и нет. Ладно, наверное, пойдем. Стойте, сэр! Мы пришли арестовать вас, вы должны пойти с нами. Мы отведем вас в участок. Вы понимаете, о чем я говорю? Сцена 4. Окончательный монтаж. Мы знаем, что ты творил, тебя ждет электрический стул. Девушка сейчас наверху и дает полные показания. Скоро они спустятся сюда за тобой. А пока ты будешь со мной. Я бы спросил, зачем ты делал это, но ты ведь и сам не знаешь, или нет? Взгляни на себя, ты безумен.
совсем больной, тебе крышу снесло. Верно? Кто же с маски свиньи убивает детей? Это... телефон. Тебе стоит ответить. Я повторю, нет никакого телефона. Я не вижу телефона, и я не слышу его, ясно? Это просто фрагмент твоего воображения, слышишь меня? Ты сумасшедший, маньяк. И очень скоро ты заплатишь за свои преступления. Телефон. Ты не ответишь? Нет смысла с тобой говорить, да? Ты знаешь, что нужно сделать. Он даже не смотрит, словно хочет, чтобы его убили. Сдохни. И тебя ждет та же судьба. Ладно, идем дальше. Мы должны найти нашу подружку. Окей. Что-то здесь стало много копов. Надо немножко уменьшить их количество. Так. Ну что ты на меня смотришь? Больше не смотришь? Правильно, не смотри на меня так. Отлично, всех минуснем, всех копов потихонечку. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Так. Кто там следующий? Ты. Ты. И ты тоже. Еще двое. Отлично. Здесь ничего нет интересного? Вроде нет. А кого я не убил еще? А, вот двое. Надо как-нибудь поаккуратнее их. Давайте сзади. Раз, два. Отлично. Сиди здесь и будешь в безопасности. Я посмотрю, что происходит. Не открывай дверь, пока я не вернусь, что бы ни случилось. Ой, какой интересный мальчик-то. Так, надо минуснуть их аккуратно. Ребятки, я тут. На. Видимо, это он искал меня. Хо-хо-хо. И минус весь скелет. Весь хребет через горло вытянул. Так, умри. Эй, тихо-тихо. Мы, кстати, можем выдержать пару выстрелов. Это круто. Так, надо как-то их минуснуть аккуратно. Раз, два, три, четыре, пять, сдохни. Толстый сдох, этот сдох. Великолепно. Так, нашли пистолет. Куда нам надо? О, можно здесь пройти. Минус. Какие красивые фикусы. Так. Всех минуснем. Можно через стекло? Ну, конечно же, она поле непробиваемая. Куда же мне без этого-то? Так. Дробаш возьмем. Нам нужно найти ключи. Ключи, ключи. Ага, вот они. Отличненько. Идем. Готово. Твою мать! Я тебе не гребаная подружка! Снято! Переснимать не нужно, это было прекрасно. Хорошая работа, ребятки. Восхитительная игра. Осталось снять лишь несколько сцен до начала монтажа. Идите перекусите чего-нибудь, пока мы меняем декорации. Но будьте здесь через полчаса, окей? Время, деньги. Ты слышал его, Марти? Пора вставать. Мартин?